Всем привет! И сегодня мы будем распаковывать посылки с сайта aliexpress.com. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. И начнем мы с вот этой вот маленькой посылочки. Открываем. Открыли. Смотрим, что внутри. И здесь вот такая вот помада. Здесь вот такая вот помада. Вот в этой вот посылочке. Цвет светло какой-то красный, похоже. Сейчас откроем, но не открывается. Гигиеническая помада. Вот гигиеническая вот такая вот помадка. Пахнет фруктами какими-то. Да. Апельсином, что ли? Такая вот помада была. Особенности помады, она проявляется розовым, хотя сама по себе зеленая. Не знаю, на видео, наверное, не будет видно. Видите, чуть-чуть розоватая. О, видите, чуть розоватая стоит. Такая вот у нас помада. Ну что ж, переходим к следующей. Следующая вот это. Открываем. Вот. И что же здесь такое? Сейчас еще не видно. Кто? Тушь для глаз. А кто тебя заказывает? Открываем. Что ж, открываем. Похоже, это тушь. И это даже немножко сомневаюсь, что это тушь. Тут карандашик есть вообще. Карандаш. Не трогай. Так. Карандаш чужой. Угу. А, сейчас там откручивается. Это что такое? Стырзак. Меня попросили. Как им пользоваться я. Это тушь. А, это тушь для глаз. Покажи на камеру. Это не тушь, это, короче, щеточка просто. Это щеточка, это не ту щеточка. Такая вот штукенция. Такая вот. Это карандаш. Карандаш, а там какая щеточка. Это простой. Ну, будет на товар ВИ под ссылка. Почитайте детали. К следующей. Вот это вот. Следующее. Раскрываем. Раскрыли. Здесь кричащая курица. Вот такая вот игрушка для собачки. Но проблема в том, что собачка за... Проблема этой игрушки в том, что собачка ее за 2 минуты голову от тела отрывает. Проблема этой игрушки в том, да, что это... собачка за 2 минуты голову от тела отрывает. Ну а мы переходим. И вот следующие. Разрезать вот здесь. Говорят. И что же, здесь были вещи. Понятно, порезал бы. Это для собачки. Для собачки одежка. И сейчас посмотрим. Такое вот платьечко для собачки. Померить сейчас не на чем. Такая вот платьечко. Все, хорошее платьечко.
хорошие. Бантиком. Бантиком. Что ж, вот такие вот у нас сегодня были посылочки с сайта AliExpress. Некоторые для собачки, некоторые косметика. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии под видео. Всем спасибо, всем пока!